Девочки любят хорошо выглядеть, но ходить по магазинам в декретном отпуске времени не остается. Екатерина Щеглова нашла выход, купила швейную машину. Теперь обновки для всей семьи, не выходя из дома. Сегодня узнаем, как создать family look для мамы и дочки. Екатерина любит шить со школы. В первый декрет ушла 8 лет назад. Тогда и вернулась к хобби. Во втором декретном отпуске с дочкой Машей прикупила уже вторую швейную машину по трикотажу. И тогда перестала совсем покупать детскую одежду. Спортивные костюмы, футболки, куртки – все шьет сама. Сегодня она готовится к семейной фотосессии. Главная идея – чтобы все были одеты в одном стиле. Сегодня мы будем шить для дочки платье. То есть мы изначально подготовили выкройку. Это полочка, спинка и рукав. Также мы подготовили ткань для платьишка и для обработки горловины. Ткань мы выбрали футер. Это смесь хлопка и лайкры. Очень мягкая и приятная к телу, в то же время носка и практичная. Начинаем с раскроя. Располагаем выкройку на ткани и вырезаем. Перед, спинка, рукава и горловина – основные части платья. Для того, чтобы платьишко у дочки выглядело более нарядно, мы декорируем линию оката рукава. Сделаем своеобразные воланчики. Для этого нам нужна будет также заготовка. Она в форме овала. Для этого мы складываем ее напополам и закладываем складочки. Формируем складочки и закалываем их иголками. Перед платье и спинку стачиваем на машинке по плечевому шву. Заготовку в форме воланчиков скалываем с основной тканью и тоже прошиваем. Мы обработали окат рукава трикотажным швом 4-ниточный. Ну, собственно, эта машинка таким швом и шьет. Закончили строчку и можно посмотреть, что у нас получилось в итоге. Выворачиваем платье наизнанку, скалываем иголками и обрабатываем на машинке боковые срезы и срез рукава. У нас уже есть заготовка, воротничок, цвет полосочек и цвет воланчиков. Соответственно, мы меняем на машинке цвет ниток, чтобы было все красиво. И пришиваем горловину. Заготовку прикалываем к горловине, прошиваем. Для обработки низа платья нам понадобится плоскошовная машинка. Если такой нет, низ трикотажных изделий можно также прошить строчкой зигзаг. Платье для дочки готово. Из этой же ткани Екатерина сшила себе свитшот. Так и получился family look для мамы и дочки. Наш family look готов. Хочу сказать, что в декрете находиться очень здорово, можно искать хобби по душе и заниматься им совершенно не скучно и не обременительно. Да, Маруся?